Сериал о казахском ханстве снимут в рамках празднования 550-летия казахской государственности. Уже начались предварительные работы, а съемки назначены на январь. В плане мероприятий по празднованию юбилея казахской государственности и проекты по изучению истории ханства и архивов разных стран, создание видеороликов, научно-популярных программ и документальных фильмов. Также будут проводить международные экспедиции, всего 100 мероприятий по всей стране. А 20-серийную киноэпопею о становлении казахского ханства представят зрителям осенью следующего года. Съемки 20-серийной эпопеи о казахском ханстве в рамках празднования 550-летия со дня его образования планируется начать уже в начале следующего года. А премьеру обещают будущей осенью. За основу сценария взяли трилогию Ильяса Есенберлина «Кочевники». Группа кинодраматургов приступила к работе с архивными материалами. В данное время образовано несколько сценарных групп, несколько режиссерских групп. И я думаю, в декабре мы остановимся на окончательном варианте, чьи идеи, чьи представления... Видения это будут наиболее приемлемы, наиболее высокого художественного уровня. Мы должны показать созидательный путь становления государства. Несомненно, кроме этого наших военачальников или это наших прославленных, которых были и великие мыслители, великие ученые. Режиссер Еркин Ракишев признается, что идея снять исторический сериал о казахском ханстве весьма своевременная. Киноэпопея покажет нашу богатую историю и многовековую борьбу за независимость. Кроме того, сериал передаст дух того времени. Эта идея хорошая. Давно пора снимать такой фильм. Этот фильм покажет, что у нас глубокая история, и у нас государство создалось 550 лет назад. Но, естественно, до этого были это государства, но основное на казахской этой степи создалось именно вот 550 лет назад в долине Шу. Это Кире и Жанибек создал казахское ханство. Кроме художественного сериала, планируется и ряд других мероприятий в рамках празднования 550-летия казахского ханства. Зрителям представят исторические документальные и анимационные фильмы. Планируется, что они выйдут в прокат уже в феврале следующего года. Всего намечено 100 мероприятий по всей стране. Рашид Ильясов, Жадыр Жолдыбаева, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы.